Стараюсь. Вы мне нравитесь, Д'Артаньян. Хороший ход. Сильный. Однако, на мой взгляд, вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то руководил вами. В той полной случайности игре, которую вы избрали. Я предлагаю вам игру на моей стороне. Это большие деньги и большое доверие юношам. Ваше Высокопреосвященство, вы играете белыми, а я черными. Это значит, что все мои друзья находятся на стороне мушкетеров, а враги по какой-то роковой невероятной случайности служат вашему Высокопреосвященству. Меня дурно приняли бы здесь, и на меня плохо посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение. Я не могу. Я не могу допустить, чтобы мои поступки имели бы такой вид, будто я продался вам. Ну и что? Что продался? Вы затем и приехали в Париж, чтобы подороже продать свою шпагу, верную руку, изворотливый ум. Вы мечтали о военной карьере? Ваша мечта сбудется. Вы мечтали о деньгах, положении. Вы получите и то, и другое. Все это так, но это было несколько раньше. А теперь у меня появились друзья. Нет, ваше Высокопреосвященство, я не могу... Хватит! Вы игрок, Д'Артаньян. Азартный игрок. Мы с вами еще поиграем. Будем считать, что наша партия отложена. Берегитесь, Д'Артаньян. Угу. Ибо с этой минуты никто не даст за вашу жизнь ломаного гроша.